Тут разговор зашел о переплетном деле. Я переплетчиком был, работал много лет, реставратором на дому, не в организации. Ну и попросили уже не один человек как-то показать бы это. В интернете я посмотрел, много там показано. Но у меня другой опыт был. Может, сейчас что-то кто-то лучше знает. А это старинные методы, самые прочные. А сегодня так делают они. В руки возьмешь, она книга развалилась, по листику разлетелась. Я несколько лет работал для государственных организаций. Привозили документы по отдельному. Это маленькие квиточки. Их все надо переплести. Переплести так, чтобы это стояла настоящая книга. Ну, это уже кое-что надо знать. Немного хотя бы. Но для того, чтобы даже вырыть какую-то яму, нужен инструмент. Лопата, ломик. Лопата штыковая, лопата гробарка называют, шуфельная, выкидывать, совковая. И бывает так, что ломик надо, чтобы камни выкручивать. Бывает и топор, надо корни мешать. Это простая яма. Так и здесь. Сначала, что для этого требуется? Ну, с какой целью это? Переплести. Переплет этот тоже требует каких-то, не только навыков, а материал какой-то должен быть. Это нитки. Нитки лучше белые. Ну, я посмотрел, у меня даже ниток-то белых нету. Они не дают никакого, где-то если намокнет, на книге не дают. Крепкие нитки даже, вот это очень крепкие нитки. Вдвое там можно сделать и как. Вот, нитки должны быть. Иголка. Иголка не одна может потребоваться. Несколько инструментов. Вот я показал нож. Вот это нож мне сделали. Видите, какой нож хороший сделан. И он наточен с одной стороны, ровная. А вот с этой стороны, видите, какой срез большой. То есть с этой стороны. Почему? Потому что эта сторона, когда будешь обрезать книгу, она вплотную к рельсе, это уголок металлический был, чтобы она плотно была. А если будет наточена, тогда туда-сюда верта, то точно плотно будет обрезать как надо. Ну и слепить ножи какие-то надо. Вот она. Все это мне сделали друзья. Видите, какой хороший. Тут эбонитовая ручка. Все как надо заклепано. А материал этот сделан такие большие полотна ножовки. Резать рельсы. Полотно. По железу резать. Это вот маленькая, ну, домашняя ножовка по железу. А это большая. Вот она насколько больше. И вот из нее сделали. Но если нету, нету, значит, что-то можно там другое сделать. Я рассказываю, как у меня есть. Потому что я работал сам. Второе. Нож. Нож резать картон. Это как сапожный. Вот такой вот он. Острый нос у него. И с двух сторон заточено как. Ну, ручка. То есть я ни за что нигде не платил ни копейки. Или друзья помогали там, или как-то умудрялся сам. Вот я показываю нож какой. Вот один нож, это второй. Но этот нож обрезать книжки. А тот нож, это резать картон. Корочки нарезать. Вот они, корочки какие должны быть. И вот второй такой вот сделанный. Тут носик надо подтащить, он уже не хватает. Ровно, чтобы отрезать. Я давно уже не переплетаю, и весь переплетный инструмент практически отдал другому, а то где-то оставил, и сегодня начал искать, и не нашел почти. Вот такой вот нужен ящичек. Я буду показывать и говорить примерно размеры. Вот у меня он сделан такого размера. Это вот 20... Ну, 32 сантиметра, вот так вот. Ну, и высоту, может быть, тоже 20. Вот это вот лишнее может быть. Вот для чего это? Вот он какой ящик. Обыкновенная фанерка. А это, чтобы можно было брать. Куда ставить листики? Вот что-то переплетать. Сначала ставится форзац, это, который приклеивается будет первый. А потом все здесь дальше в него накладывают. Вот обычно... Вверх старается, головка ровно делается, а низ тогда подрезается. И тут тогда по одному, сразу по нескольку обкатов. Так, ну-ка, дай-ка мне место. Ну-ка, отойди. Вот так вот берется материал. Маленько листики отдельно. Так, на головку, на сторону. И она ровно стала. Все. Ну, а теперь сюда закладываешь. К ней. Ну, и так дальше пошло. А там первый, второй, еще форзац есть. Как готовятся полуфорзацы? Есть такое, что переплетается тетрадями. Это тетрадями, значит, ну как вот, обыкновенная тетрадь. Одна, вторая тетрадь. Вот у нас выпускает журнал церковный. Называется «Алтайская комиссия». Вот один номер, два, три. Бывает «Юный натуралист». Вот, такие, которые как тетрадь переплетенная. Его раскрываешь, а он
полностью раскрывается, не проткнутый. Вот, прямо здесь. Если посмотреть, то можно даже увидеть. Вот они, скрепки. Одна скрепка, вот вторая. Но мы-то не так делаем. Допустим, сколько здесь страниц? Сейчас я посмотрю. Журнал красивый, хороший. Вот. А то что-то не видно. Ну что-то, сколько цифра? 32. 32, а скорочка 34. Ну вот, если 34 страницы, а 10 журналов за год, это и месячный журнал, уже 340, да еще добавь 60, ну, считай, 400 страниц. Это уже настоящий. Листа переплести, взял ее с первого по последний. Когда в библиотеке, где бываешь, там они показывают, переплетают газеты. Допустим, вот у нас газета «Алтайская правда». Она вот разворачивается, вот так вот кладется. Я потом скажу, какой материал здесь. И вторая газета, только вот этот ящичек-то уже больше так. Или где-то к чему-то на полу прислонил, к какому-то месту, к стенке плотно-то, ну и подравниваю. А потом тут придется уже тогда проколы делать. Эту статью я прочитать хочу, это голубятник. Заголовок, видно, нет? Голубь, птица мирная, поэтому он никогда не живет у злых людей. У меня три голубятни, и в доме еще живут вот голуби, покажи где. И дальше вот пишет, смотри, голубятник, и вверху написано, птица мирная, поэтому он не живет у злого человека. Это краевая наша газета. А те, которые, допустим, злятся, ходят, они никогда ничего не держат. Вот доказательство. Я даже знаю, что заключенные иногда в лагере дают голубей держать, и ходят голубятники. Это другие люди, а других заключенных отличаются. Это между делом. Что можно переплетать? Это такое искусство, которое все время позволяет тебе что-то делать по-своему. Какие-то корочки, какие-то картинки внутри вставлять. Ты все можешь делать сам. Картонку, значит, везде надо где-то доставать. Вот она, картонка, это я взял. Ну, книги иногда старые остаются. Вот она, твердая, чтобы она была настоящая картонка. Ну, ее видно просто, берешь и хорошая. Вот. Это вот которые книжки сжигаешь, а это берешь. Я про них буду говорить. Вот она какая есть. Любую возьмите книжку какую-то ненужную, размонтируйте и сделайте. Вот какие они должны быть книги. Вот сейчас делают какой-то клей, они такой, не знаю я. И просто так листики склеивают. И склеивают крепко довольно. Раньше этого не было. Вот он, видите, как журнал. Даже открываешь, ну, у него большие поля сзади. Они считаются легко и все. Это государственное. Государственно. В домашних условиях такой клей найти и сделать так, это надо знать что-то. Вот эти сибирские огни у нас как. Я сейчас покажу несколько способов, когда тетрадями, как вот тетрадями, это, ну, самое, можно сказать, интересное. Я вот беру книгу. Это большая книга. Вот сколько в ней страниц. Сейчас я покажу. Вот, 912. Сколько? 912. 900? Да. Ничего себе. Вот, вверху. 912 страниц, ну правильно. Это большая книга, толстая. Большая, хорошая книга. И вот мы начинаем ее переплетать. Вот метод старинный, видите, русские подвижники поселения. Это ценная книга. Она новая, изданная, когда-то переизданная, тут вторичная, она вот такое дело. Вот, как ее сшить? Вот видите, как это мой переплет. Переплета материала нет, это обои. Из обоев взял, картинку приклеил, тут из газетки вырезал любую надпись. Я показываю несколько книг. Вот. А это вот из отдельных листиков, когда делаешь отдельные листики. Ну и вот она, пожалуй, история не кончается. Картинку сделал здесь, а здесь уголки. Вот они, чтобы вот эта пыль показана, дымится аж. Это мой печатный материал. Вот он, весь его можно смотреть. Ни один листик не вылетит никуда. Полное открывание почти, но не до конца, потому что сшито. Сшито я покажу, как я не на прокол. Называется капроновая крошка. Это, вот это вот называется полуфорзац, а вот это лидерин. Вот она на нем держится. Это очень-очень прочно. Я немножко, как бы, это изобрел для себя. Как это отдельное письма переплетать. У меня большая переписка была. 1200 писем в год уходило. И много там было. Эти картинки какие найти. Особенно это вот большие журналы «Огонек». Или вот такие вот календари. Это моя картинка. «Надейся на Господа всем сердцем твоим».
и не погасится, она разогнута. Прекрасно. Ну, то, чтобы на загиб было, чтобы она была мягкая. Пожалуйста, уже на переплет можно пустить. И вот я сейчас скажу, как переплетать этот. Тут у меня есть где-то. Вот оно. Вот эта вот доска такая. Ну, по размеру, может быть, она 30 на 40. Вот так вот 30, а так 40 она. И вот здесь два бруска по краям стоят. Ну, какая высота может быть их? Ну, можете сделать на 20 сантиметров. Ой, я все отдал, у меня все это было. И вверху вот такая вот планочка такая, вот она. Буквой П, ничего нету. А между ними, вот это вот красным я нарисовал, это будет... Ну, тут гвоздики забиты с той стороны, доска-то толстая. В ту. И вверху гвоздики ровно, чтобы было. И натягиваешь вот эту нитку. Это такой вот веревочку как. Ну-ка, ходи. Вот так. И тогда к этим будем пришивать. Это самый прочный, ну, способ. Как это делается, я сейчас покажу некоторые. Вот моя лежит книга. Это вот переплетенная. Это вот переплетная бумага. Это лидерин на корочку. А это такой сделаешь, у меня оленя рог был, из него вытащенный. Оно может там и из крепкого дерева. И линейку положишь, и дальше даешь. Это, видите, какие полоски. Они полоски такие можно. А дальше вот этот вот у меня крест сделанный. Это в горячем виде. Его затягиваешь тисочки и сверху бьешь, и он отпечатывается. Видите, какая книга. Тут каптал сделанный. Обыкновенная тетради. Ну, 500 с лишним страниц. 500 с лишним страниц. Это большое. И вот она нитка идет. Где вот она нитка идет. Вот она внутри. Посередке. Она на нем держится. Два шнура. А дальше видно, вот они шнуры будут растрепаны. Вот они где идут. Вот где пришитый шнур. Это вот от этих шнуры как раз тут и натянуто. Ну, тут книга была большая. Три шнура, может два. Вот она на этих шнурах. И вот, допустим, мы тетрадь имеем где. Берем нитку. Это я уже тетрадный метод сначала покажу, как делается. Так, где у меня ножницы? Сейчас мы это все покажем. А вот они. Где? Вот он. Ага, вот они ножницы. Если такое вот не можете сделать, вот это, ничего, тогда вручную можно сделать и приспособиться. Ну вот видите, какой есть. А такое везде сейчас. Веревочки там и книги, и все везде перевязывают. Ну, маленько с избытком вот так сделать, чтобы потом можно было отрезать. Раз. И вторую такую же. Вот вторую. Что у меня материала другого нет. У меня там были лучше такие, как шнуры. Чтобы потом концы можно было растрепать. Растрепать и там приклеить. Она на нем тогда держится. И вот начинаешь тогда пришивать. Вот первый. Это сделать полуфорзац. У меня везде экономия была. Я брал тетради. Видите, как? Это тетрадь. Тут ровно, чистая. Ну, кверх ногами тут не имеет значения-то. И вот эту тетрадь, и вот та вторая, вот эта. А это обыкновенная материя. Самая простая, ну, какая везде бывает, такая легкая, коленкоровая. Белая, красная, синяя. Какой тебе цвет нравится, так и делаешь. А что делать нужно? Нужно вот так вот взять. Ну-ка. Сейчас я его уберу. А то он балуется. Давай-ка туда. Вот так, давай. Давай, давай, ну-ка давай. Чтобы на вас не отвлекаться мне. Видишь? Чего ты хочешь? Сейчас я уберу их. О! Значит, тогда тетрадным методом будем пришивать. Это вот здесь у меня, я не знаю сколько, по 16 страниц, но 500 с лишним получилось. Тетрадку за тетрадкой пришивать к шнурам вручную. Сейчас мы посмотрим как. Ну, допустим, сначала полуфорзацы надо подготовить. Берешь два листика чистых. Чистых и более твердых. Ну, как вот страницу, книжку любую открываешь, когда, то первая страница у него такая тверже, вот она. Называется полуфорзац. Полуфорзац. А вот это, она идет сплошняком сюда, и вот это приклеивается. Это второй полуфорзац. А где приклеиваешь, там может быть она и, ну, даже с чем-то. Вот другой покажу сейчас. Здесь другая книга переплетенная. Вот точно так же. Вот. И главное, что сделать полуфорзац. Вот это нужно от самого начала сказать. Как он делается? Так, где-то у меня чистые здесь листики, я тут закрутился.
Ты мне подсказывай. Сейчас чистый лист был твердый. Куда он делся? Вот только сейчас держал в руках. Вот этот вот. Ну а, вот оно где. Вот так. Вот этот один листик. А дальше еще второй можно взять по размеру. Вот это два полуфорзаца будет. О! Они у меня как раз что-то имеют. У меня не готовлю. Ну, это я, допустим, на чем я работаю здесь? На столе, допустим, у меня тут все занято, показываю. Нужно так положить. Вот этот чистый, это наружная сторона. А это вот так вот положить. Сколько здесь? 0,5 сантиметра. А можно больше положить. Вот так вот отодвинуть ее. Сейчас уберу это и покажу. Вот это первый полуфорзац. Ровно положить. Вот видно? Вот как. Теперь третью кладешь. Это уже на ту сторону. Третий точно так же. Ровно идет. Ну, рукой прижимаешь, чтобы они не сдвинулись. Дальше четвертый. Ну, тут можно положить сколько тебе надо их. Из чего они будут. Это твердая бумага. Я показываю такой листик-то. И когда так вот они разложишь их, ну, по 0,5 сантиметра, там по сантиметру, это твое дело уже здесь. И после этого клеем вот это все промазать. Кисточка такая, фальцовка, ну, широкая. Так вот. И клеем промажешь. Клей это особое. Как его делать и как варить надо. Промазал. И теперь по два вот так вот раздели и отдели. По два они будут слеплены между собой. Вот они теперь эти наполовину промазаны. Опять так же их держи. А между ними теперь можешь потом снизу подложить, где первая там промазка идет, а эту подальше отвести. Нам надо вот как будет сделать. Промазывать чуть-чуть, а потом развести их подальше. А чтобы от этого туда не прилипло, между ними прокладочку положить. Теперь видно как? Видно. Ну вот это у нас промазанное оказалось, там 0,5 сантиметра, здесь 0,5 сантиметра. После этого материя, коленкор, любой, старый там что, ну вот она есть. Вот это, пожалуйста, красивое будет. И этот, который тут, материал-то такой есть, его вот сюда вот наклеиваешь. Вот сколько промазано, такой ширины отрезаешь, и на всю длину проклеил. Проклеил, придавил, и она уже держится. Клей хороший, держит на полную. Отодвинул, так она склеена с прокладкой внизу. Теперь это у меня тоже проклеено с прокладкой. Вторую я также проклеил. Опять раздвигаю их между ними. Где тут проклеено-то? Вот промазано 0,5 сантиметра. Рядом вот так вот. А второй, который промазан-то, вот он. Я его отодвигаю дальше. Чем дальше, это если у тебя широкий, который фалец будет. Если он широкий, то это хорошо. Это может быть из лидерина. И вот полностью так, чтобы это 0,5 сантиметра вот здесь, вот она на нее и легла. И вот они, ну, ты даже маленько протер, положил они, сколько-то время пройдет, там, часа два они уже просохли. Все, с этой прокладкой вот у меня два полуфорзаца. Теперь мы хотим шить. Теперь иголка где у нас? Нитка. По длине, узелок. И вот сейчас мы начнем пришивать. Берем этот полуфорзац, вот он как есть, склеился, теперь мы это убираем. А она с этой сверху-то у нас, которая была где-то темная-то у меня положена, вот она. Она вот так вот будет выглядеть, приклеена. Теперь вот эта, которая приклеена, это пойдет с загибом. Теперь загибаем 0,5 сантиметра, вот она как. Это пойдет на первую и на последнюю тетрадку, вот она. Она будет захватывать. А как это видно будет? Сейчас покажу. Вот мы ее загибаем. Вот она остается. Когда приклеим вот этот полуфорзац, вот эту наклеили мы. Вот она идет. А это сюда. И она захватывает первую тетрадку. И вот куда выходит. Вокруг тетрадки обошли. Вот она куда вышла. Почему она такая прочная? На шнурах неограниченно можно делать толщину. Может 1000 страниц, может 5000. Вот такие я переплетал книги, вот такой вот толщины. Другого способа не существует. Ни одна типография вам не будет такие делать, а ты сам можешь сделать. Какой толщины, покажите еще раз. А? Какой толщины, еще раз скажите. Вот такая толщина была. Вот, я сейчас возьму и покажу, сколько это. 20 сантиметров, 200 миллиметров. Ну, тут несколько тысяч, 5 страниц. Это старинные книги, когда переплетаешь.
И вот первый, который есть, вот его мы уже загнули. Вот он где, фальчик. И вокруг первой тетрадки, это по 16 листов, и вот она пришита. Вот она, видно где, вот я ее трогаю, нитку. Она будет проходить и шнур привязывать. А шнур потом приклеится. Это очень и очень прочно. Ее не оторвать, ничего нельзя. А которые без этого, они нарочно сделаны. Вот выпустили книгу. Продали ее. Старовер. Хорошая книжка, нормально. Но современная как? Открыли, ни на чем. Все, уже отлетело. Ничего нету. Как будто бы и не делали. Только начали считать, уже все отлетело. А почему? Она ни на чем не держалась. Вот та марля, на которой она должна была, на корешок, она отлетела, она не пришитая. Клей слабенький был, но и ничего и нету. Но шита тетрадным методом. Вот она шита, машина ее шила. Поэтому открывание у нее хорошее, но крепление никакое. Никакое. Один раз просчитали, она уже отлетела. Чтобы она не отлетела, нужно делать вот так. И с той стороны точно так же полупарзац. Я показал, как полупарзац делает между ними. Вот это вот, если далеко раздвинешь листики, до сих пор она будет больше, вот эта красная. Она красиво выглядит. Но потом загнул, ну и вот под первую. Вот она, первая тетрадка. И она под нее заходит, а потом ко второй тетрадке промазывается. И к ней приклеивается. Видите, как ровно. Теперь ее абсолютно, тяну изо всей силы, бесполезно. Не, это только сломать можно как-то, порвать бумагу, корочку порвать. Это старинный метод, да, медленно, но эта работа того стоит. И как? А вот теперь мы берем вот отрезанные шнуры. Мы берем первый, я показываю на настоящей этой книжке, у меня нету. Я даже могу показать на настоящей. Так, минутку. Ну вот она. Вот они тетрадки. И мы тут положили полуфарзац вот этот первый туда. Ровно выровняли его, вот он у нас лежит. Вот. Значит, не теперь вот этот инструмент. Второй, третий. Но тут почти ничего другого-то нету. Нету, да? Подожди-ка. Посмотри, так есть или нет такой, чтобы. Аккуратно, там мост раскрыт. Как шило, но только треугольником заточено. Ага. Вот она у меня есть. Еще там может есть что-то. А о, еще там есть, может быть. Я вообще имел в виду вот это все. Больше ничего нету. Потому что я все отдал. Не ваша? Это не мое. Нет, это нет, нет. Вот тоже треугольник. Треугольное? О! О, я даже не ожидал, что у меня тут дома есть. Ну, это везде с запасом делал. Это обыкновенный вот электрод, и его затачивает. Затачивает с трех сторон. Треугольником идет. Вот оно. Это когда большие надо будет прокалывать, то закладываешь коловорот. Ну, бывает так, крутишь, она вращается. Как она называется? Дрель. Да, да, дрель. В дрель вставляешь, и вот только так. И никакой вот этот вот, он не пойдет. Ну, тут что, есть где нет это? Вот он где. Сверло. Вот это, если сделать такое, вот, то там сразу забьет его. Сверло, да? Это сверло не пойдет. Только вот так вот делать, вот. Ну, это, ну, любой может сделать, оттащить. Видите, треугольником. Вот это, зажал его туда, это, что просверливать будешь, это в другой, когда газеты большие. Ну, она только раз и все, дыру проходит. Куда делать, чтобы в пол не попало, на чем-то было, чтобы старая книжка в нее вошла. Вот я показываю, я потом отдам назад. А вот это вот, ну, это клапан, тоже заточенный, видите как. Теперь ставишь его, дрели нету, ну, и молотком его и пробил. Вот это вот, допустим, нам надо переплести будет потом вот этот вот. А тут видите как. Государственно, они степлер этот называют, пробили и есть. Но у тебя этого нету. Поставил, провел черту пол сантиметра от края-то. Поставил, закрепил ее молотком, если, но чтобы внизу она не в дерево втыкалась. А там какая-то подкладка тоже из бумаг была. Одну, вторую, третью так и прошил. Потому что это по одному листику, это особый способ. Я потом расскажу. Ну, сейчас показываем. Ну, у меня тетради этих нету. Ну, воображение маленько, маленько разовьем. Полуфарзац мы положили. Теперь первую тетрадь кладем туда. Ну, а тетрадь сколько в ней? 16 листов. А тут сколько тетрадок? Вот они, тетрадный метод. Допустим, они у меня тетрадки. Я по одной начинаю ложить. Значит, первый там лист, который идет последний, вот это последний. Первый я положил, его вот, который идет, и согнул. Я по первой, который первый у меня этот...
первая тетрадка, вот здесь вот, этот полуфорзац, ее надо, чтобы она обнял ее. Ну, тут мы подоговорились, когда еще приклеили эту. Завернул и на эту, на тетрадку. Вот она как будет. Вот. Вот теперь я ее буду пришивать. Это первая пришивка. Как она пришивается? Это все разрезано уже. Я поверну вот так вот, чтобы было видно, что вот в этом направлении. Вообразите, что она длиннее. У меня ничего нет, она длиннее идет. Ровно идет. Что там у тебя? Тетрадку не надо? Да тетрадка это. Ну, давай первую тетрадку могу. Но потом отрезать надо будет ее. Это вот тетрадка. Это она ровно у тебя? Одна тетрадка? Вот. Или она склеена? Нет, почему? Одна, да? На скрепках она склеена. А, на скрепках. Вот теперь, как она пришивается. Надо все неудобство-то такое. Так, у меня иголка где-то здесь была. Я ее сейчас держал. Тут бегают кошки. Посмотри. Иголка где-то должна быть. С черной ниткой. Только сейчас положил. И видишь, какой рохли. Вот. Вот она, да? О! Как это шьется? Вот тут надо знать, как шить. Вот этот первый-то, который у нас полуфорзац. Ну, он из двух этих состоит. Там уже я показал. Вот это первая тетрадка. Ее вот так вот обхватываешь. К ней первый шнур вот здесь вот делаешь. Сначала отступить от шнура. Ну, вот расчертить можно, а можно так. Это не имеет значения, как оно будет. Вот здесь от краешку хотя бы с миллиметров 7. И проткнуть надо. Но проткнуть это значит надо шило. Тут шило вот какое еще бывает. Видишь, какой длины сделано шило. Шилья разные. Вот и шило. Тогда отсюда, с этой стороны, дырочку делаешь, вот она где. Смотри, насколько. Вот здесь одна идет. Это большая, очень много листиков и трудно. Вот она прошла. Где у нас будет этот шнур? Еще раз проделаем. Ух, вот он прошел. Еще одно. Это шнур. На шнуры. И таких тетрадей, вот, которые он дал, мы можем хоть сотню потом нашить. Вот. И здесь от краешку. Пол сантиметра. Это на два шнура. О, все. Вот теперь мы начинаем конкретно уже сшивать. Сшивать. Это вот первая тетрадка с этим форзацем. Форзац этот мы вокруг его обернули, потому что потом она приклеится к следующей тетрадке. Ну и снаружи теперь начинаем пришивать ее. Нитка идет снаружи. Вот она где, наша нитка. Вот с этой стороны мы ее протягиваем. Вот она пошла. Ну тут оставляем побольше. Вот она нитка идет. Вот так это подогнуто туда. А вот с этой стороны, вот эта дырочка, мы туда выходим в нее. Вот она вышла, нитка. А теперь притягиваем шнур. Где он, вот он, шнур первый? Первый шнур. Вот она. Под нитку подкладываем. Ну и там, чтобы сантиметров 5 торчало туда. Это то, вот с этой стороны. Туда стой. Так. Это у нас так идет. Сантиметров 5, чтобы там было. Остальное это вот на этот шнур будем пришивать. И там второй шнур на него. Вот. Обходит вокруг шнура нитка. И опять же в это отверстие заходит. Вот, очень, очень трудно это. Корочка твердая. Потому что мы такими не шьем. О! Вот теперь она вошла. Вошла, и мы ее тянем. И она ее прихватила. Вот она, видно. Прихватила. Надо, чтобы она здесь оставалась. Шнур уже пришивается. Теперь нитка проходит дальше. Вот эта нитка будет идти внутри. Теперь мы выходим снова. А фальчик-то вокруг ее берет. Полуфорзац. Выходит нитка. Ну и второй. Где он у нас? Вот он где. Точно так же
пропускаем, чтобы с той стороны торчало, которая будет, которая нитка там будет, это шнур торчать. Где у нас это? Моя книжка-то. Что я тут запутался? Моя тетрадь, которую сам я ее переплетал-то, где она? Вон она где. Вот она. Вот теперь я показываю. Вот нитками этими мы пришиваем первую тетрадь. Вот она, первая тетрадь. Вот они идут, нитки. Протягиваешь. Так, маленько, мне кажется, не дошел. Ага, вот она где. Вот она, нитка. Вот я ее туда тяну. Вот этой ниткой она туда вышла в дырочку, и обратно шнур этот затянул. А потом этот шнур-то, вот куда мы его растрепим, и приклеим уже к корочке. Здесь мы сейчас продергиваем, вот она где. И потом в эту выйдем, вот она где, от края пол сантиметра. Вот надо на это смотреть. Теперь мы снова сюда заходим. В это же самое. Ну, это все я лишь показываю только для показа. Отверстие то же самое. Фальчик. Тут мы прокололи. Делать даже нечего, свободно идет. Вошли. У меня вот такая есть, не надо? Нет, уже ничего нет. И вот теперь выходим здесь. Вот она, дырочка от края-то. Мы в нее и выходим. А форзац пришиваем. Вот мы его пришили. Все. Вот он где у нас пришитый будет. Теперь мы это закладываем его. Ну, тянем по это. Раз такой-то у нас нету, который я нарисовал-то. Вот это было бы пришито, если это к этому. Вот так. Мы сейчас ее сюда, она... Вторую тетрадку, третью, четвертую, на нее нашивай. Навешивали вот сколько можно. Какая высота. Хоть полметра делай. И вот теперь мы прошиваем. Теперь отсюда, вот от которой вышел, вторую тетрадку закладываем. А ничего, это никуда. Просто здесь, это никуда не ложить. На любом столе держи ее. Вот она, иголка идет. Теперь следующая тетрадка. Ну это, вообразим, что она на полную длину идет. Мы ее сюда... Она тетрадка-то есть, ровно посередине, в этом же месте. Мы ее очертили, когда тетрадки все вместе сложили, вот здесь вот. Мы сразу карандашик взяли, ручку и заметили, где нам делать это. Вот в этом месте выход пол сантиметра, шнур один здесь и шнур здесь. Ну и когда сложили все вот эти тетрадки это вместе, и здесь прочеркнули, вот так вот, прочеркнули. И там прочеркнули. Теперь, где прочеркнуто, нам легко видно. Нам же в корешок втыкать придется. Все. Вторую тетрадку пришиваем. Вот она уже пошла. Теперь снова к шнуру. Вот выходит она. Вот она вышла около шнура. Шнур обхватываем. И возвращаем в ту же самую. В ту же самую. Вот она где. Рядом. Это тетрадка у нас. Ну, мы договорились, что это настоящая тетрадь. Мы вытягиваем, она ровно идет. Все, притянули. Шнур уже держится. Следующее проходим. И здесь, когда мы вытаскиваем вот это последнее, где вот она идет, нитка-то идет, она напротив ее вышла. Теперь мы ее завязываем с той ниткой. Вот так. Ну, тут уже не хватает нитки и проще. Здесь мы вот вышли. Вот она, вообразите, что здесь она длинная тетрадь. Она-то. И здесь мы ее завязываем. Все, связали с ней. А теперь с ней... Выходим на третью тетрадь, четвертую, пятую насаживаем и пошел одна за одной. Вот она как у нас будет сшита. Все, сшили, притянули как следует, готовить клей. Ее надо приклеить. Вот приклеить, это сегодня какие-то клеи продают, надо узнать. Канцелярский клей абсолютно не идет. Его даже в руки не брать. Он разъедает бумагу, она делает соломкой и пропадает. Я немножко тут написал. Так, все, знаю, припоминаю. Сейчас я покажу, из чего и как делается клей. Вот. Раньше был клей столярный, называется он. Костный клей. Такие пластинки, как шоколадные. Очень твердый. Ну, его надо раздробить на мелкие кусочки, этот клей. Заворачиваешь какую-то там ненужную тряпку и сверху молотком бьешь на твердом месте. И он на мелкие кусочки. Его надо залить в баночку. Вот такой примерно размер. Консервная банка обыкновенная. Но нажил, нет, хоть полбанки. Залил водой. Он разбухнет весь. И после этого
И надо его сварить, разогреть в жидкое. А как? В кастрюлю наливаешь воды. Кастрюльку дай-ка сюда. И там что-то, баночки-то есть какая-нибудь у нас маленькая? Нету, да? Ну давай, ну, побольше нет размера? Есть. Дай-ка сюда. Нету, да? Вот, убери кастрюлю. Вот так. Воды наливаешь вот сюда вот. Потому что на огне нельзя ставить этот клей-то. А вот сюда вот, ну что-нибудь наложишь, там гвозди какие-нибудь или что-то. И вот так вот наложишь. Вот туда. Ну тут есть что наложить-то. То, что не горит. Ну гвозди обыкновенные-то. А баночку эту с клеем поставишь вот сюда вот, чтобы она не доставала. Под ней вода. Она на них стоит. Ну, это я показываю как. Ну, вот эта баночка побольше чуть. И это с водой стоит на ней. И там ее разогреваешь, разогреваешь, а здесь все время помешиваешь. То есть понятно, чтобы она не соприкасалась, клей вплотную не соприкасался. Только на воде. Ее помешиваешь, она жидкий-жидкий клей сделается. Теперь надо... Клей состоит из 4 частей. По-настоящему, по полной программе. Это брать хорошую первосортную муку. Обыкновенная мука, как блины готовить. Значит, считается на полную ложку, а лучше полторы ложки. Стакан воды, но сначала поменьше, чтобы ее хорошо размешать, комочков никаких не было. Размешал, и теперь на огонь ставишь прямо в тарелке. Обычно я в тарелке это делал, на плитку-то. И все время помешиваешь, она начинает пузыриться до кипения. И перемешиваешь, чтобы она не подгорела. Много тебе клея, мало или сколько надо, сам смотри. Иногда ложки три положишь, это намного хватит. Три ложки полные. И чтобы она такая была не жидкая и не густая, как сметана сделать. Все снимаешь, и в это время разогрет этот клей. Сколько здесь, нормы не знаешь, но много не помешает. Если у тебя там три ложки, в тарелке получилось, это три ложки, это почти два стакана воды, ну посчитай, сколько будет этой клейстера-то. И туда налить этот клей уже размочать, коричневый, темно-коричневый. Костный столярный клей. Столярный. Это очень хороший. Если есть, то нужно достать вот такие еще вещи. Туда формалин, ну, где покойников держат. Это для того, чтобы никакие шушель, червь книжный не грыз. Потому что тут тесто, и оно у тебя сидит. Ни мыши никто не будет трогать. И, ну, сколько там, маленько там, пол ложечки чайной, там, ложку там пустить, лишнее не помешает. И глицерин. А глицерин, чтобы он на кисть не цеплялся, гладко шел. Вот из 4 частей он стоит. Значит, мука состоит. Мука, костный клей, формалин и глицерин. Клей готовый. И вот теперь мы этим клеем вот этот полуфарзац готовим. Вот как вот накладывали вот так вот, когда промазывали здесь. А потом раздвинули дальше, под них подкладку положили. И материя там какой... Этот коленкор какой белый, может простынь какая-то чистая, там что-то, тогда получится, ну, хороший полуфарзац. И поэтому этот полуфарзац дальше будет выглядеть вот здесь при переплете. Я покажу, даже вот у меня записная книжка, и как у ней точно так же все сделано. А иногда тут лидерин вставляешь на полуфарзаце. Вот она открылась, вот он, это лидерин. Вот он, как видите, сделано от обыкновенной клеточку бумаги, вот она видно где. А потом уже дальше, как что нужно делать. Как сделать так, чтобы книга была полукругом, и вот так вот она выглядела. Это все в нашей власти. Поэтому тут надо зажимать будет и что. Но сейчас сначала клей. Клей, когда мы это все сделали, здесь тогда уже у нас сшито, как надо. Мы берем вот этот вот. Где-то у меня еще тут где-то было. Вот она одна. И ее промазываем клеем. Клеем промазать. Вот тут они это не сделали, у них поэтому так все и отлетело. Клеем промазать плотно. И полуфарзац, который у нас. Теперь вот это, которое пришито, то у нас. Я все время тут путаюсь где. Вот она где. Теперь я могу даже оторвать ее. Вот. Ее растрепливаем вот здесь вот. Вот так вот. Уже она пришита это. Ну, тут надо другое, может быть, взять пошире. Лучше всего такой капрон, мягкое, ну, как шнур. Шнур не толстый, но вот такой. Но это для этого она не годится, такая
ну, все-таки можно сделать это. И костным клеем здесь, костным, отдельно костный клей, коричневый который. И промазываешь его, и вот так вот, чтобы он прилип к этой полуфорзацию. А это потом полуфорзация одна-то приклеится уже к корочке-то. И чтобы она тут не оторвалась, служебная бумажка называется. Оторвал и сверху приклеил ее. Потом она тут что оторвется, остальное будет там. Второй шнур. Точно так же растрепать его и к полуфорзацию к этому приклеить. И опять его растрепал. Тут рукой уже приходится примазать в сторонки, чтобы он не вместе был. Вот я показываю. Вот оно, как его видно, где он на ней идет шнур. Видишь, как по сторонам, как он размазанный. Вон оно, вот он выходит, шнуры. И дальше я его размазал по сторонам. С той стороны вот этот полуфорзац приклеенный. И вот оно приклеилось. Теперь я беру этот, показываю. Точно так же. Вот оно видно, где. Вот оно идут, шнуры. Вот они где. С той стороны, она уже вот этот листик-то сейчас туда перевернуть, она сверху, мы его и приклеили. А теперь это уже к корочке приклеим. Вот оно как. Я уже тут где-то переплетал. Вот это вот мои тюремные. Вот она, видите, тут это фальчик называется. Вот переплетено. Как первая тетрадь, обыкновенная тетрадь. Вот она прям, вот она куда зашла. Вокруг. А приклеиваться ко второй странице. Видите, как переплел. Это моя есть тетрада. Тюремные записи. В одну тетрадь. Полное открывание. Это мы сидели с одним Володей Редькиным. Он мне помогал. Все жалобы, все ответы, все переплетено. И Господь позволил мне вынести оттуда. А поэтому, вот корочки когда делаешь, а насколько она дальше? Сейчас тоже покажу. Да, насколько корочка больше... Больше этого. Так, это у нас корочка. Так, еще где-то одна была. Так, я не вижу, подожди-ка. А вот она у меня. Я тут путаюсь зря. Я одну корочку оставил. Вот она делается. Вот это называется блок, который шире блок. Это у него называется верхняя часть, головка. А это хвостик. Такое название. И вот... Вырезаешь тогда этот корочки. Корочка, она должна маленько не так, как кажется, выглядеть-то. Так, где-то у меня здесь корочки были. Подожди-ка. Посмотри, у меня места не хватает. Я складываю. А вот она, корочка. Вот она. Она больше блока вверху и внизу, ну, миллиметра на два. Ее видно, вот она как, государственная. Тут она подальше, миллиметра два-три. Но если надо дальше, сделай дальше. Она будет это, мешаться, загибаться. Вот она где. И вот корочки эти должны между собой соединены быть. Это или полностью, вот это вот все выше, потом загибается. Вот она где загибается. Вот это вот отстав называется. Вот этот отстав, вот он, ширина-то, из... Ну, такая сказать, твердая бумага, не картонка вот эта, она должна гнуться. А она толще, больше по размеру, по ширине, на 2 хотя бы миллиметра должна быть больше, вот если взять вот полную толщину с загибом, она должна быть больше, вот этот вот фальчик-то. И вот он, это не фальчик, это называется отстав. А это мы уже отрезали, показали, насколько она должна быть шире. А корочка должна быть здесь, не доходить до конца, поменьше. До этого не доходить. Это ширина блока, ну их миллиметра три уже. Она растянет потом ее. Вот это расстояние должно быть чуть поуже. Ну а тут одинаково, тут на малое расстояние должно быть. Ну пошире, по высоте сказать, она будет подлиннее. И вот этот отстав, теперь вот отстав, и вот этот вот, это сколько у нас толщина, какая вот этого вот, примерно три толщины сюда, чтобы входило. И с этой стороны вот какое раздвинуто, так, чтобы она потом ее открывала. Это везде такое должно быть. Вот она как есть, вот он отстав, вот он тут три стоит, вот он отстав. Между ним вот сколько и полное открывание, иначе она будет ее рвать, тянуть. Это мне книги достались, новые, я их переплел, они мои книги. Я их привез из далекой стороны, там по типографии они не успели сделать, и пришлось самому все это делать.
Вот. Корочки мы сделали. Теперь как закругляют. Как она получается, что круглая-то. Вот это вот. Да, можно даже показать. Сейчас я покажу. Мои книги. Они по заказу это делали. Типография Горно-Алтайская, спросили, буду ли я еще издавать. Кажется, 4 тома издал. И мы, говорит, купим машину по округлению. Вот, видите, как она выглядит. Вот это вот. И здесь корешок. Если не так, то вот это будет всегда выше. Она будет таким клином идти. Вот насколько выступает корочка. Видно. Ламинированная. Вот я открою сейчас, его видно будет. Насколько. Ну, 1-2 мм. 1-2-3 мм. И 1-2-3 мм с этой стороны. Вот оно как. Вот этот, который обклеивает, это называется каптал. Я вот его покажу сейчас, как он у меня этот каптал. Это отдельно продается. Вот он какой. Это как марля, а вверху утолщение. Он для скрепления. И поэтому, когда... Тут у меня еще несколько таких было. Показать хотел. Прямо приклеенные есть. Сейчас я не вижу где. Вот он здесь приклеивается. Когда вот это все у нас уже блок готовый, при вот эти полуфорзации приклеили, теперь вот это промазывается костным клеем. Костным. Он засохнет тут. Но как только промазали, сразу наклеиваем сюда самая простая марля. Вот такая вот. Прямо по размеру этого. И вот так мы марлю тут наклеили. Это для скрепления между ними. Сверху еще раз промазали и газетной бумагой заклеили. Все. Здесь доверху не допускать полсантиметра примерно марлю. И здесь полсантиметра не допускать. Это место для фальчика. Когда это сделали, сразу называется лессе. Лессе это... Вот они у меня здесь сделаны. Сейчас я покажу. Где у меня это... Маленький-то, вот он где. Закладка. Вот закладку здесь, вот она приклеена. Видите, какая тоненькая. И везде, вот у меня Новый Завет, все с закладками. Закладки при том такие красно-синие, там белая, по цвет флага. А после этого, только когда приклеили закладку, а закладка какая? Она должна быть длиннее, сантиметров на 5 длиннее, чтобы здесь, когда она отсюда выходит, вот здесь приклеили ее. Вот он, конец. Приклеили. И сюда она там внутрь заходит. Чтобы она была длиннее. Вот я сейчас покажу. С закладкой у нас Новый Завет. Вот он, Новый Завет. Это наше издание. Это все именно так. Вот насколько она шире. Выступает здесь больше. На полсантиметра почти. Вот она вышла где. А вот она закладка. Вот она где закладка. Тут не на шнурах. Вот она закладка. А сверху этот каптал. Вот она видно. И каптал этот укрепляет. И вот она костным клеем опять же мажут. И сверху закладка, если закладка есть. Вот она закладка. Видите как? У нас Новый Завет шикарно изданный. Где. Вот она закладка выходит, чтобы хвостик был сверху. И чтобы она... Вот насколько длиннее она должна быть. Раз открыл. Все. А сверху ее уже каптал, вон он приклеенный, вот этот вот. То есть вот это развернуть, промазать здесь костным клеем все это. Или вот которые продают белые там, переплетные где-то, такие мастерские есть. Здесь промазал, и сверху вот оно как будет выглядеть. Вот, пожалуйста. Какого цвета будет, вот она сразу. Она и скрепляет, но и придает ему особый вид, говоришь, шарм свой. Вот она где. Вот она видно где, какой каптал. Теперь показываю другую книгу. Вот это у нас к истинному православию. Там синенький каптал. Точно так же это дальше. Но это все книги у меня сшитые. И вот эта марля, вот эта марля. Но эта марля такая переплетная, уже не такая. Если на нее... Тут только мы скрепляли. А тут к ней пришить. Ее пришивать, чтобы она держит. Вместо шнуров держит, вот она видно где, марля идет. Вот она идет. И поэтому первый форзац, он приклеен к этому, видите, к первой странице. Поэтому она может оторвать, потому что но дальше она не пойдет, а разрыв не может быть больше. И видите, как это делается. Когда она прямая, блок-то ровный весь, никакого загиба нету. Его надо заложить, тогда обрезать. Но у меня сейчас ничего нет. Я показываю, это два угольника.
Ну, угольник, что угольник-то? Вот угольник, обыкновенный длинный угольник. Сварить его с другим угольником можно, который побольше будет, чтобы он не загнулся. И в него, где она у меня, вот она, называется струбцина. Вот это у меня очень большие книги для больших. Вот она как сделана. Два, видите, большие, мощные. Вот она поднимается. И сюда мы этот закладываем. Вот она где. Вот чтобы ровно была. Ну и здесь вот это вообразите, что это у нас железные угольники. Вот, вот с этой стороны покажи. Вот мы так уже отчеркнули, сколько надо, ровно, чтобы было по ширине одинаково-то. Ну и теперь закручиваем. Но только это у меня для другого. Когда резать, это чтобы вот это вот была металлическая, а та деревянная. Вот это металлическая должна быть, два угольника, вот так вот. Ну и здесь эта сторона, у него угольник узенький такой, чтобы нож-то немного был, а сварено с большим угольником крепости. Ну и в них отверстие. Ну и вот теперь закручивать. Бывает просто маленький такой вот. Примерно с палец толщиной. Это очень большой. С мизинец даже меньше. Прям совсем небольшой. Я не нашел сегодня. Поискал. Эти тисочки называют. И затягиваем. После этого берем нож. Вот обрезать надо. Обрезать. Вот этот нож. Вот он с этой стороны. У него не заточенный. Ну и он это тоже. И начинаем резать. Вот так берешь. Ровно надо. Ровно. И пошел. Пошел. Видите, как, на какой скос сделанный нож-то. И теперь вот этим местом режешь вот этим местом. Вот этим местом. Подержаешь. Раз, два, три. Она как лапша пойдет дальше. И дошел до низу. А вот это-то пошире. Вот эта дощечка-то. Вот она какая-то. Ну, на нее под эту можно подложить еще что-то. Старую книжку. Ну, не нужно. Вот такие вот. Чтобы нож не по дереву шел. Понял? Все, обрезали. Блок ровный. Вот мы его сняли, все. Воображайте, все. Все. Только это не деревянная, верхняя железная. Железный. Иначе нож-то в него, ну, войдет в дерево-то где-то. Все. Вот теперь у нас блок ровный. Корочек, конечно, нету еще. Вот отдельно, вот в таком виде он находится. Он у нас смазан костным клеем. Вот это каптальщики уже у нас приклеены. Но тут еще это лисе, вот это закладка. Вот оно все. Теперь надо закруглить. Володя, молоток, дай-ка сюда. Я покажу, как круглиться. Положить нужно на какое-то, какую-то пластинку. Вот такую вот примерно. Теперь я это убираю. Видите, какая серьезная работа. Вот это. Таких вот небольших. Вот, вот у меня, видишь, какой здесь вот. Примерно вот такие вот. Тут какая ширина его. Но ширина-то какая? Тут совсем никакая. Маленькая. Вот она. На три пальца показываю. И вот такие тисочки сделать. Ну, длина вот примерно вот такая. Вот тут 40 сантиметров. Ну, толщина я там не могу сказать. Даже из арматуры или чего-то там, чтобы гайка закручивалась была, затягивать-то. Вот теперь она ровная. Нам надо закруглить. На доску кладешь и вот так пальцами упирай и подтягивай. И начинаешь с верхнего обколачивать его. И все ниже и ниже туда перебираешь. До половины, чтобы дойти. Потом переворачиваешь. Это смазан он. Высох уже. Высох. Сухой. И теперь мы начинаем его опять обколачивать. Верхние тетрадные. Дальше. И, наконец, мы ее делаем круглой. Она делается вот такая вот. Видите, закругленный. Это вот мной делано. Немножко. Но закругление видно. Вот он. Небольшая книга-то. 500 страниц нету. Но видно, что она закругленная. Видите. Не вертикально обрезанная. То есть она обрезана вертикально, а потом закруглили. Вот корешок у нее круглый, но она по-другому выглядит даже. Вот показать, допустим, ну, для слова Божия нет уз. Смотри, как сделано. Какой каптал. Ламинированная. Вот она где. Вот он насколько меньше. Вот где ширина блока, а корочка меньше ширины блока. Меньше. Потому что она отодвинется за счет того, что вот оно пространство какое. Вот. Вот тот отстав. Отстав миллиметра на два больше ширины вот этого блока. А дальше вот отступили. Это мы уже здесь показывали, где. Сейчас еще раз покажем. Молоток. Это для того, чтобы закруглить. Нож для того, чтобы резать. Так, где у меня тут еще это? Вот она есть где. Вот он отстав.
Вот он, его видно даже как вот. Это, вот я держу. Это вот это самый отстав. Вот он где. Вот он где. И он чуть побольше ширины, толщины блока. А вот это расстояние между ними, вот это на изгиб, который пойдет. Поэтому, смотри, как она не тянет. Ловко как открывается-то. Это высшего качества. Вот эти книги «Новый Завет» видели в библиотеке его президента Путина. Я дарил Медведеву, Путину, патриарху. Как она выглядит? В домашних условиях можно сделать почти так, но только вот напечатать это, ну, чтобы под низ заложить. Ламинировать все можно, ничем не отыщишь. Вот такая книга. Видите, уже книги, потому что делать не один экземпляр, это же много времени идет. Замучаешься делать. Ну и теперь, когда уже корочки сделал, все это промазано, а вот это клей, который делали четырехсоставный-то. Вложили, заранее нарезали эти картонки. А картонки резать я показывал, каким ножом. Вот такой вот острый. Точно так же положил резать вот. А под ним тут какие-то пачка газет, там разных газет много тут можно было. Ну и отдельно угольник. Угольник держишь руками его, ну и картонку вертикально держишь вот так вот пальцем ее вот. Вот так вот, воткнул его и пошел. 2-3 раза провел, картонка отошла. А прорезает ниже, а тут газетки разные, ну и только делов-то. Корочки отрезаны. Теперь вот это все сделано. Надо сушить, а вот это, она же меньше. Вот эта корочка, это сколько там, ну настоящая, твердая. А этот отстав-то, он мягкий. Как бы бумага. Бумага такая твердая. И чтобы, когда начинаешь сушить-то, а она не прижимается, потому что она меньше, ее надо чем-то прижать, вот эту, вровень. Поэтому разные газетки или какие-то свернул вот так вот, несколько штук, и в этот, вот сюда заложил. Вот это вот отрезать. Вот. Сейчас даже покажу как. Чтобы она прижала ее. Ну, тут остричь надо ровно. Вот туда заложил ее. О, теперь она вровень с этими. Ну и сверху доска. Вот доска какая. Вот таких досок надо несколько иметь. Они у меня здесь 30 на 35 сантиметров. Фанера обыкновенная. Сколько она слойная-то? Раз, два, три, четыре. Пятислойка. Видите-ка, я не шевелишь. Вот таких вот досок надо будет, если будешь много переплетать, но хотя бы штук 10. Потому что сразу две книги закладывать. А так-то тебе две штуки хватит. Две вот таких вот. Две. Положил. Сверху вторую доску положил. Вот она где. Вот, все. Проходит маленькое время. Ага. Вот они. Они же будут ровные. Все. Лежала маленько, постояла. И она уже, ну сколько там, часа два. Корочка готовая. Готовая. Потому что мы ее сделали вот этот вот, корочку когда делаем. Это из лидерина. А что такое лидерин? Это лидерин, это специально продается. Вот он какой. Видите, какими. Он разных цветов бывает. Синий, бордовый, желтый. Это материал. Обыкновенный материал, ну какой-то пропиткой. Это государственное. Ну и поэтому он дороже стоит, чем переплетная бумага. Поэтому лидерин везде. Вот он, везде вот он есть. Вот он, лидерин идет. А сверху переплетная бумага. Вот он, лидерин. Вот здесь вот его подложил. Подальше примерно настолько вот. Приклеил с той стороны и вот загнул. Ну загибается сколько там? По сантиметру. Вот она загнул. А теперь сверху вот эту. Теперь если нужно нам... Видите, тут видно... Что уголки сделаны, тут зеленые как, чтобы книжка дольше была. А как уголки делать? Ну, обыкновенно. Что-то я тут показывал где. Вот она. Когда уже, она еще пока голая, подложил ее вот так вот. Вот так. Вот. Это вот у нас, допустим, лидерин. Лидерин. Поэтому, так, сейчас покажу. Вот он, лидерин. На 45 градусов сделал ее, наклон-то, и нагнул. Опять же, промазал его здесь костным клеем. Ну, может и таким. Все. Вот она у нас. Один уголок сделали. С другой стороны такой уже уголок. Третий где-то. Ну, а теперь, когда этот уже будешь материал-то ложить, вот этот, его маленько тут надо подрезать, чтобы уголок касался на виду. Вот она видно. На виду, везде. Вот она. Выступает где-то. Это мои тюремные записи. А здесь я без них сделал. А кое-где с ними сделал. Это вот как на шнурах. Ну а потом что?
Дальше, когда она высохла, мы подняли ее. И теперь начинаем вставлять в корочки. Так, еще раз надо смотреть за мной, чтобы я ничего не потерял. Сейчас только я брал ее. Корочки где они у меня? А. Куда я их сунул? Корочки, а? Ты не видел. Ну, возьмем даже из этой книжки. Вот теперь в нее вставлять. Видите? А вот эту можно сделать? Да, можно. Шнуры пришить, вот эту корочку оторвать, и все, на шнурах она пойдет. Книжку-то можно подправить еще. Ну, вот они сделали так, они, может быть, даже не знали, что это, кто там делал это, испортили. Так. Где-то у нас корочки-то, которые я сейчас показывал, отдельные. Ну, прямо вот. Ну, вот, видишь, как под низом. Так и положила уже там. Теперь мы вставляем. Ну, пример, она уже у нас вымерена, все. Теперь мы ее вставили, примерили, обтянули. Ну, все как надо. Она у нас вошла. Но она не из этой, поэтому так. Я показываю только теоретически. Практически у меня ничего здесь нету. Ну и теперь что? Вот эту промазываешь. И эту промазываешь клей, который четырехсоставный делали-то. И дальше его затягиваешь туда. И поэтому здесь она будет на 2 сантиметра дальше. И здесь дальше выровняла, она свободно идет. Вот она. По длине, по высоте она у нас оказалась хорошо. Все. Теперь надо зажимать. А вот теперь нужны маленькие, ну, струбцины, или я называю их тисы. Тиски. Теперь ее вот так вот кладешь. Где вот кончается вот это... сторонка-то, чтобы вот этот конец торчал дальше доски. Ровно держишь. Еще одна книга такого же размера, такой толщины, с этой стороны. И теперь доска. Доска, чтобы легла, точно так же. Ну, здесь можно положить газетку, там называется служебная бумажка. Газет много идет здесь. Вот газетная бумажка, ее сюда заложил. Видишь как? Чтобы не приклеилась к этой-то. Ну и теперь вот так вот. И теперь с этой стороны там другая книжка стоит. Все! И тогда у тебя маленькая это есть, вот под эти щипцы, это струбцину-то закладываешь и затягиваешь. Ну, положил вот так или так. Затянул ее. Тут она будет лежать в таком положении, ну, около суток примерно. В комнате, если тепло, то это достаточно. А потом вынимаешь, и уже книга готова. Начинаешь проверять ее, радоваться, как тебе это удалось. Если мы делаем не тетрадным методом, а вот письма какие-то, все это собирает отовсюду. Вот я покажу даже, это у меня были. Ну вот что здесь есть, вот посмотрите. Вот это вот из отдельных листиков, не тетрадным методом. Тут разные, что только нету. Писали, кто получал письма. Сейчас это у меня тут такое есть. Сейчас покажу. Ага, вот оно. Видите, какая картинка? Потерянная драхма. Да? Притча. Кто тут писал? Доминика, наверное, да? Да, Доминика Фетти. Вот так, вот она, какая картина. Здесь другую я взял. Видите, уголки сделаны. Ну, а здесь картина, лебедь. Какую хочешь, сделаешь-то. Вот она. Но вот когда начинаешь делать по отдельному листику, здесь опять же с фальчиком. Допустим, мне надо сейчас собрать все письма. Опять же, лидерин. Ну, вот какой ширины там это? Я не знаю, сколько лидерину-то. Ну, если много, то пошире можно. Вот так вот, сантиметры 3. У нас где-то этот... линейка. Это вот она. Я даже скажу, сколько лидерин может быть. Сантиметров может 5 сделать. Ну или 2, это полупарзац. Наружная сторона, поэтому вот так она ляжет с той стороны. Лидерин. Лидерин с этой стороны приклеенный. Лидерин. А с той стороны ничего нету пока. Вот так. Ну здесь лидерин идет. Ну подложил, все это примазано было. Второй форзац, твердый лист. А теперь одна к одному. Какие надо тебе листы? Все туда складываешь, Стас. Вот так. Только не на эту сторону я положил, а вот сюда надо, на низ класть. На низ. Вот этой вот. Такой не нету нигде, ничего. Вот такую вот возьми, любую коробку. Ну, большая коробка. Обрежь ее так, одна сторона целая. Ну и сторона оставь, а это вырежь. Все, тебе сюда закладываю ее.
картонная, обыкновенная. Что я здесь наложил? А вот посмотри. Письмо. Видите, какое? Дальше я уже страницы написал. Стихи какие-то были, кто-то присылал. Иногда из одних писем. Вот они. Письмо. Вот эту бумажку я беру, это письмо, вставляю туда. Опять следующее письмо. Письмо бывает, ну, другим видом. Ага, вот так вот. Вот так его сюда вплотную. С другой стороны, вот так вот все. И высота книги-то известна. Поджимаешь, подворачиваешь. Вот он теперь так и получается. Вот оно все. Видишь как. Все это переплетено. Каждый листик, каждое письмо. У меня таких книг по 600 страниц. В среднем 650. 77 томов сохранилось. И сожгли большую часть. Сожгли в прокуратуре. Мне говорят, две большие кучи горели. Ну, в любом деле, что ты делаешь, тебе если интересно, ты делаешь, нет, значит, нет. Видишь, опять. Вот кто-то пишет, потом я смотрю. У меня люди приходят, когда они вот так вот стояли, и приходят не книги читают, а именно вот это вот. Вот в прокуратуру края писал, когда, какого числа. Это документы. Видите, сколько. И вот так это все составляешь. Вот она набирается, вот она... Тут не подходит маленько. Да, нет, она как раз подходит. Это корочки дальше. А корочки делать здесь по-другому. Теперь, когда мы сложили, сверху опять форзац. Ну, понятно, что такое форзац. Вот даже мы открываем. Сейчас посмотрю я. Вот он, его видать. Вот какой он. Из лидерина. Вот с той стороны, вот она приклеилась. И с этой стороны вот какую-то иконку нашел, сделал. Все. Теперь мы ее зажали в струбцину, снимаем вот так вот и зажимаем, вот которые тисочки, я говорю, сделать из брусков, вот такие вот бруски, ну, в два раза толще пусть будет это. И гайка там у меня, гайка, шайба под ней, ключом заворачиваю. И зажимаешь так, чтобы она выходила немножко. Вот такая вот, я на этой показываю, но она не такая. Деревянная, вот столько, чтобы она выходила. Вот здесь она выходит, это корешок, который у нас ровный, одна сторона ровная. Вот так мы ее зажали. Она зажатая. В тисках там. Теперь эти тисочки-то маленькие переворачиваем немножко. И, ну, ножовка настоящая. Вот она торчит оттуда. Ну, так как это неудобно, я положу другую книжку. Как будто бы из отдельных листков. Тут воображения много не надо. Вот она. Ее вот так вот сделал, настолько вот выдвинул. Зажал. Мертво зажато. И теперь этой начинаю пропиливать ее. Ну, тут немножко, чтобы выступало. Сантиметра полтора. И начинаешь придерживать ее и делать пропилы. Около краю. Тут никакого каптала-то еще нету. Вторую, третью там сколько сделать. Ну, штук 5-6 запилов сделать надо туда. И после этого промазываешь клеем. Клеем вот этот продается какой-то белый. Не, я выговорить не знаю. ПВА. Белый. А? ПВА. Не знаю, там мне давали его, там я приносил пол ведра даже. В одну организацию пришел, они мне дали. И тогда вот этот капрон, то есть капроновые такие шнуры, вот оно, их начинаешь тогда растрепывать, это все промазано, мы же пропилили здесь, и в эти пропилы вот эти шнуры закладываю, и чтобы он торчал. Тут, тут, везде. И сверху опять промазываю, и сверху бумагой заклеиваю. Все. Точно так же зажатая, она остается и сохнет. Когда она высохла, вот теперь мы ее уже вынимаем. Делать нужно корочки. Корочки для отдельного листика, когда здесь все по-другому. Видишь, как переплет. Вот она как раз лидериновая у меня полуфорзац. Но он зашел с той стороны, он приклеился к корочке. Вот видно, как уголки сделаны. Вот он, как и крест тут поставленный. Ну, по одному листику. Здесь вот этот отстав, тут без этого, без каптала сделал. Здесь из твердого, такого же самого отрезаешь ножом вот таким вот. Вот он у меня нож. Отрезаешь, замеряешь, где толщина, ровно по толщине. Вот какая толщина этого блока, который мы сейчас засушили. И такой же толщины, ширины вот этот картон. Это картон. Такой же толщины, как и этот. А после этого, где у нас идет тот, будет, ну сколько-то, полсантиметра или сантиметр, полсантиметра, к нему вплотную картонное такое же.
А потом это, насколько она меньше будет, вот она сколько короче, чтобы она выступала. Тут надо самому перемерить. Чтобы она могла открываться. Видите, как она легко открывается. А когда это не сделано, она начинает рвать. За этим надо смотреть. Вот здесь вот, видите, какое большое пространство идет. Вот оно где. Вот она картонная. Это картонная, это картонная. Но вот она отступает сколько. Видите, как и хорошо открывается фальшик. Притом из отдельных листиков это не тетрадным. Тут мы иголкой не пользуемся. А только вот это вот сделали, пропилили, замазали сверху, сверху наклеили бумагу, все. Высохло, ее никуда не оторвать. Вот она сколько лет стоит. И, конечно, стоит. А письма, они бы давно мои потерялись. Я сейчас еще покажу по этим. Вот это вот я печатал на жития. На жития. Вот сколько здесь страниц. Это не страниц, а листов. Какие здесь каталоги, сопровождения. Это я насчитывал. Жития святых, 12 томов. Видите, сколько работы было проделано. Вот это вообще уму непостижимо. Краткое жития на 12 томов Дмитрия Ростовского, который я насчитал. А это сопроводительное, на какой пленке что есть. Вот оно что. Ну сколько? 5-6 экземпляров было, 5-6 тетради. Вот они с этими. Это какая. Вот она открывается, как хорошо. И тянет. И здесь точно так же. Вот она. Видите, какой. Вот это когда капота. Когда. А вот это вот, которое я показал к этим. Вот это вот где. Это не это. Тут немножко сказать. А это когда прошитое. Прошитое. Прошитое что означает? А вот. У меня я давал свои, тут сейчас покажу еще. Вот это вот обыкновенная бумага. Я брал отходы и складывал ее, а потом обрезал и сшивал. Вот она, видите, как сшита. Это капроновая нитка. Ну, у нас тут не капроновая, а кордовая называется, из которой шины делают. Очень прочная. И когда сшиваешь, ну а как ее сшить? Вот. Ну, пробивать. Вот она какая, вот она нитка. А то же есть, положи на место. Угу. Вот. И вот эти вот, она, видите, какими свернута была здесь, как бы двойными листами идет. А когда обрезал, она все... И такими я сумками таскал на занятиях, где вел в университетах, дарил людям. Но они сидят, и студенты записывают. Бумаги-то в то время не было где. А как? Очень просто. На... Пол сантиметра примерно отступаешь, да даже меньше сантиметра. Точно так же вот зажимаешь ее. И теперь, который дрель-то, я показывал, как этот сделан, где он там, я отдал его. Вот назад. Это вот. Ага, вот он где. Трехгранник. Вот она зажата здесь. Здесь у нас линия проведенная. Вот мы ее туда завернули, вот она где-то лежит. Это по отдельному листу. И начинаем сверлить. Крутить она сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все. Просверлил. Теперь беру нитку капроновую эту. И начинаем ей шить. Шить со средины. Как сшивать ее? Она зажата, ее нельзя тронуть. Пока не сошью, она вообще никуда. Так, подожди минутку. Вот это, видишь, дальше я начал шить, теперь можно разодрать ее. Твою тетрадь тебе вернуть. Может, ножницы? Да, подожди, нет-нет, а то просто убрать надо. Засыпилась. А, она не засыпилась, мы ее пришили уже. Теперь я расшиваю и переношу туда. Все, возвращаю. Вот когда, вот у нас она такая лежит, вот теперь как сшивать. Вот смотрите, здесь маленькая хитрость нужно быть. Допустим, вот это вот у нас. Это шнуры все пришили, показали. Нитка продернута здесь. Начинаешь шить с середины. Нитка. Вот она нитка. Первая продергивается здесь. Вот она нитка идет. Ну и здесь оставляешь, чтобы сантиметра 3 шить. Ну и дальше в эти отверстия-то уже просверлены. А если нет, я показывал, каким бить надо. Вот и какое шило есть тоже. Где-то у меня здесь от этой клапан где был. Так и не показал. Вот они, вот они. Вот он где. Может, покажи отдельно. А вот он так и не заснял. Вот он когда зажатый, вот это поставил там и пробил. Молотком бьешь по этой, ровно идет. Лучше всего сверлить. Тогда она не разрывает. Ровно идет. И вот теперь в среднюю мы зашли.
сюда. Ну, я показываю только три, а на самом деле там больше бывает. И вот это поверху идет. Вот она нитка идет где-то. Теперь возвращаешься сюда. Здесь можно отдельно прошить. Вот здесь еще. В те же самые отверстия. И дальше мы идем. Вот она идет. Вот эта нитка-то у нас торчит. А мы ее перехватываем. Дальше идет. Вот она где. Ну, это покажу сейчас. Вот она где. Немножко проходит. Вот обратно мы пошли. Она зажатая у нас. И вот и дальше. Идем дальше. И нитка проходит возле этой, которая торчит. Не задеваем. Снова до самого конца доходим. Вот она где выходит нитка. Вот она. Вот она и вот на каком расстоянии она выходит. Теперь мы обратно возвращаемся. Прошили. И выходим как раз там, где это торчит. Ту же самую дырочку. Но только выходит с другой стороны нитки. Вот как получилось. Нитка вот она идет, а вход сделали с одной стороны, а выход с другой. Они разные. Ну и теперь подтянули все и завязываем. Все, мы ее завязали. Вот она нитка, вот она длинная, это прошла она, вот она. А вот у нас, ну понятно тут? Вход и выход, а нитка посередине. Ну это затягиваю ее. И дальше завязываешься узелков несколько. Ну и обрезаешь, чтобы хвостик был. Все. Вот этот блок у нас сделанный. И вот на этот блок, это блок, который сшитый. Не сшитый, именно сшитый вот так нитками. Вот это. На него тогда вот этот вот такой. Вот это маленький такой полоска картона. Вот он именно сшитый здесь. И вставляешь. А который у нас здесь сделан, который на пропил, пропиливали-то, ее делаешь как вот это. Вот он у меня на пропил сделан. Вот это на пропил мои книги. Но они, это, когда пробивать надо, вот, вот это, то тут вот сколько места мы отнимаем. Ну, пол сантиметра почти. Поэтому нужны поля. А у этой, когда пропиливаем, там буквально миллиметр один шнур входит. Я промазал ее, она мертво держится. Ее как эту... настоящую вот эту вот книгу так и делаешь. Под, побольше вот это расстояние между отставом. Отстав мягонький, не картон. И теперь она легко открывается. Это даже не приклеилось. Вот она где. Вот фарчик там, а это полуфарзац. Видите как? Все еще не приклеено. Уже сколько лет стоит. Вот она из твердой бумаги. Это второй. Ну и дальше уже все. Настоящая книга стоит. Никогда не подумаешь, что это само сделано. Вот я показал разные способы. Вот это вот, которая, ну, это книга государственная. Посмотрите, сколько здесь выступает. Шить знает, как. Это бита от Ахмель Черкасова. Вот она приклеена на этой марле. Марля пришитая. А вот эта оторвалась, марля была не пришитая. То есть схалтурили. Марля должна быть пришитая. Машина пришивает. Они не пришили. Ну и она все оторвалась. Марля-то вон она где. Марля-то приклеена к этим полуфарзацам-то. Ее видно даже, что вот она видно, где марля-то. И она на месте осталась. А книжка на месте отцепилась от нее. Брак. Новосибирское издательство сделало. На что они надеялись, не знаю. Ну а здесь покрепше. Хмель все-таки. Вот она где. И машина пришивает к этой все пришитые к марле. А марля приклеена. Ее видно, насколько она прошла. Вот она марля. Вот она видно. Неровно даже государственно. Но это тысячи экземпляров. Вот она марля где заходит. Она не доходит до верху, чтобы для каптала было место. Видите, какой каптал? Точно так же. Ну, закругления почти никакого нету. А округление показывал как молотком, ее начинаешь поверхнее, потом не до середины, а потом перевернул с той стороны. Вот в это место давишь ее пальцем большим, а это этими натягиваешь и колотишь. Натягиваешь. И блок получается вот такой вот. Вот он, видишь какой, как красиво выглядит. Они специально для меня купили. 150 тысяч, говорит, отдали, на положи. Ну вот в основном почти все. Что будет неясно, мне вопросы могут задать. Мне кажется, я ответил все. Вот у нас тут, когда я переплетные курсы преподавал, ну, одна душа, я не знаю кто, у нее то ли не было картона, она даже такой, но занималась она шитьем.
и разные были. Вот она их собрала, ну, видите, захватила много, там даже считать нельзя, видите, сколько отошла от края-то. А можно было мраморной этой крошкой, говорю, натянуть прям вот, и тогда бы открывалась. Но все равно в кучу она собрала их. Я даже не видел, только сейчас увидел аксессуары. Вот она где. Знаешь, какие. Но она много... Что она здесь сделала-то? Она пробила дырочки, просверлила, и нитка идет. Но она очень далека от края, поэтому, ну, видимо, не имеет роли никакой, не играет. Не за... Вот она где. Вот. Ну, это как надо и как не надо. Как образец, это вот государственное сделанное с крепами, а мы здесь просверливаем и начинаем с середины и дальше ее. А дальше уже по той же самой дорожке. Вот показываю. Новое. Видите, какими угольничками сделан там мой переплет. Вот здесь это картон. Она сшитая. Если такое, значит сшитая. Вот она. И держится еще на фальчике. Это фальчик называется. А он сразу пришивается. Она пришитый фальчик. То обязательно, чтобы пришитый был. И с той, и с другой стороны фальчик пришитый. Ну, а на него сверху тут этот. Там же мы наклеивали, показывали фарзац. Потом приклеили. Бывает где-то неровно, но это сам для себя, как ты сделаешь. И даже каптальчики есть. Вот она. Сам напечатал, сам сделал, твоя книга. Показываю. Еще. Это что? Ну, это что-то богато. Это одни письма буквально. Вот здесь уже они не обрезаются, ничего нет, а поджимаются. Вот это вот длинное, значит, его подворачиваешь. Письмо, видите, как? Туда поставил и... подогнул. Так вот, это все с письмами. Это очень интересно. Благодарность за работу воспитателем, прачком в лагере Стане Наталье Николаевне Приходько. За ее истинно христианское, материнское обихаживание детей днем и ночью. За составление ее характеристик детям. За ласковый прием родителей и гостей в лагере. Молимся о твоем спасении и здоровье. Немалодушествуй и трудись во славу Божию. Видите, как священник расписался в печати. Это она оставила здесь. Она уехала далеко отсюда. Это дети ее рисовали. Вот другие рисовали. Это Наташу нарисовали. Убереглись от искушений. Видите, как. Это интересно. Кто рисовал? Кто? Не Наталья. Дуня Наталья, 3-й Г класс. Третий Г. Это она преподавала в школе. Это ученики ее, не лагерные, нет. Лагеря рисовали. Урок рисования, она изобразительное искусство. Закончила с отличием изобразительный какой-то отдел Алтайского государственного университета. И вот это она уже тут, может быть, она и сама могла делать. Видите, а тут уже из газет надписи вырезаешь, и вот оно как есть. Видите, уже как настоящий. А так по одному листику ты ничего бы не нашел. А сколько хочешь, столько и сделай. Вот сколько я показываю. А государственное-то, это сибирские огни, они легко. Промазали там, обмакнули немецкие машины. Там клей особого качества. Так проще всего. Но дома, в домашних условиях, тут надо глядеть. Ну вот почти все. Все, когда будешь делать. Будешь делать... Вот я уроки преподавал, тут у меня священники приезжали, диаконы из других епархий, учились и там переплетали. Я понял, что я не успеваю. Баптистам, пятидесятникам, адвентистам, старообрядцам всем переплетал. И государственные преподаватели. Это доход. Это ты сам назначаешь цену. Если, допустим, листик где-то был оборван, вот книга где-то, вот так, допустим, вот это вот, еще я сейчас покажу, ну, чтобы видно было. Допустим, ты ее сшил. Теперь начинаешь листать. Ба! Листик-то порванный. Его нету вот это вот. Ну, что, что нету? Это не беда. Нету, да и нету. Мы сейчас его сделаем. Вот я, допустим, опять же разорву это все. Вот. Теперь подставляешь. Вот он, листик уже сделанный. Это пришитый тут. А листика тут и нету. И тогда подставляешь вот так вот. Сравняешь с этим, вот он где, вот он листик-то, и это обводишь его вот так карандашком легонечко, контур обвел, все, вот он где. Так, где у меня этот ножницы-то? Помогай, Володя. Вот ножницы, видите.
ножницы. Вот теперь смотри, где у нас. Вот она обведенная где-то. На пол сантиметра дальше обрезаешь. Подальше. Это на приклейку пойдет. Вот что нам потребуется. Все, убрали. А теперь мы его сюда подставляем. И пол сантиметра она пойдет вниз. Туда дальше за нее. Так, проклеил. А бывает бумага толстая. Тогда вот эту вот наждачной бумагой маленько кончик вот так вот пройтись. И приклеить. То есть она сойдет, даже незаметно будет. Ну, а теперь искать такую книгу, и дальше буквы все эти продолжить, строчки как надо, печатными буквами и сделать. Это реставрация уже называется, не переплет. Вот оно как. На, оконтурить ее и пол сантиметра дальше сделать. Ну, тут такие хитрости-то не абы какие-то. Главное, что это любишь делать. Я никогда не думал, что у меня будут изданы такие книги. Вы иногда их делаете. Ну, со стороны даже посмотреть, ну, понимает, что это книги, чего-то стоит. Ты сейчас положи на место. Это вот у нас Новый Завет, трехтомник. Трехтомник с толкованием. Это все сшитые. Какие картины. Гюстава Доре, раскрашенные. Вот полный лист. Видите, как много-много труда было положено, а теперь... Книги вот и есть, приходят по 752 страницы. Видимо, 5 вклеек, это называется вклейки. А когда в мягком переплете, это на льняной основе. Это не просто так. Так ты положи, значит, ее туда, эту туда. А это сверху, вот в этом месте. Положи, покажи, куда он. А я буду убирать уже. Почти все закончено. Я провел курсы в университете, ко мне приезжали священники, этих курсов я провел не знаю сколько. Ну, там-то и старался всех наградить лидерином, ну, купить, доставал. Материал там на форзации, на все, каптал, его пойди, купить негде. А я покупал сразу оптом, и поэтому у меня учились и диаконы, и священники, себе переплетали. Видите, вот еще есть, это каптал. Я не знаю, продается сейчас он или нет. Сначала я не думал, что получится, а потом какие-то знакомства получились. И однажды с типографии мне начальник, ну, вот такой рулон приносит, домой приносит. Я говорю, а как вы его взяли? Тогда-то строго было при советской власти-то. А вы не соврали? Нет. Ну, а как вам же типографию давали переплетать? Ну, какая-то экономия, что-то он там стал говорить. Я говорю, слышишь, да нет, он правда не пьяница, ничего нет. Ну, я спросил, сколько стоит. Ну, по тем деньгам это стоило где-то. Но зато у меня... Целые были такие, вот, не вот такие, не такая маленькая, это остаток, а, представьте, рулон. А синий, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, там каких только не было. И поэтому, кого я учил на переплетчика, старался всем отрезать, ну, соответственно, там, продать. Потому что я купил его. Вот так, поэтому, ну, ученика надо своего любить и уважать. Так вот. Ну, вот я показал, видишь, так. Не то, чтобы клеить, то есть будете делать, вы увидите, что-то не так. Возьмите старые книги где-то, что-то где-то оторвите. Вот туда опять положи, вот это, помоги мне сейчас разнести. Я тебе сейчас отдам. Видите, как где? Туда, где они, браты были. Подожди на ту. Сейчас еще маленько дам. Это я поставлю на свое место. Я переплетал вокруг света, там по отдельному листику. Целые прямо такие толстые книги. «Юный натуралист 12» – это вот такая вот толстая книга. Целые библиотеки составлял. В общей сложности, я так приблизительно прикинул, я переплел примерно 3000 томов. Это даже старые переплетчики в ужас приходят. Это вы один? Ну, как один? Мне помогали, бумагу там покупали, я делал все один. И везде надписи, где бы что ни было, у меня везде надписи были. Вот надписи нашел и приклеил. История не кончается. Видите, и тут смысл заложен здесь какой. А тут что? Ну вот оно и есть. А теперь первый лист здесь нету. А так бывает на первом листе у меня надписи. Вот оно. Не берись за дело без любви. Видите, смысл какой заложен. Вот с Рождеством. Открытка пришла сюда. Это лидерин, везде лидерин. А это обои. Вот так. Я могу показать, там целые полки у меня переплетенные. Это очень интересное занятие. Переплетаешь, а у меня пленки, я их насчитал, Златоуста, «Жития святых», это 12 томов. А мне надо каталоги составлять. Я переплетаю, и спать неохота.
У меня в то время уходило на сон не больше 2,5 часов. У меня получалось, что Златоуста 12 томов почти на 6 раз прослушал, каталог составляя. Ну, продергивал где-то там. И около 10 раз пришлось эти 12 томов жития. Сидишь ночь, я переплетаю. Я знаю, такой был Костик Елизаров в Кургане. Его, он спал 3 часа. И говорит, как так вы могли? Он говорит, так, днем я, говорит, преподаю, а ночью занимаюсь, говорит, он там эти разные натяжения, где кости сломанные там, все это выравнивают где-то. Работаю на токарном станке и прочее. Я понял, это мне урок. Я везде все это ловил, кто что разговаривает, прислушиваюсь и думаю, это мне тоже надо. Помню, где я обратился, там приехали в гости к Еремеевым. Фамилия какая-то у них была такая, маленечко, как бы не русская. И с ними мальчишка был. Мальчишке лет, наверное, 14 было. Такой долговязый был. А я в другой комнате сижу. Ну и хозяйка-то, Анна Матвеевна, у которых я обратился, она, видит, он не доедает. Да ладно, не доедайте, мы второе налить. А слышал, мать говорит. Фамилию как-то забыл, на букву К. Чуть не Камаев или как-то. И она говорит, нет. Юра знал, что он не съест, зачем же он начинал есть. У вас скотины нету, пища благословенная, куда это все пойдет? А я там сижу в той комнате, только обратился, и все под контроль беру. Вот это да. Я их, она же ошарашил буквально. Они посадили меня за стол, а я поел, лежит хлеб где-то, я со стола взял, куском затер. У нас на корабле так и делали, а кусок-то собрал все, чайком бросил. А что же делать это? Со стола затер, куском хлеба. Даже трудно представить, как развращается человек. Я всегда жил экономно, а вот на корабле это уже со стола хлеб выбрасывали, его много давали. Куском затер со стола, и хозяйка меня задела. На. И я все, с тех пор каждую крошку берегу. Я понял, что доедать надо. Не бросать, пища благословена, свиней нету, а я в другой комнате был. И вот так и переплетчики. Что где-то новое делает, я старался уже ухватить. Ну и вот носил переплетчика. Меня почему-то везде женщины продвигают вперед. И вот одна из них, она умерла уже. Одна была такая узница ГУЛАГа, Ксения Степановна Враменко. И она какому-то носила переплетчику. Я дам, она переплетет, принесет, деньги я заплачу. Она потом говорит, а чего ж ты сам-то не переплетаешь, только отдаешь книг, это деньги-то какие. А как сам? Я не знаю. Так ты пойди к нему и научись. Я пошел и поучился у него, а потом пошел в типографию, познакомился, и давай всю эту науку перенимать. Потом купил книги, я всегда по книгам учусь, как вот дрессировщиком стал, с собаками, точно так же. С пограничниками познакомился, в милицию, в уголовном розыске стал заниматься, и все дело пошло. Людей там много до нас было, надо просто... Ну, говорит, ласковый теленок двух маток совсем. На, Володя, возьми это. Я это все сейчас уберу отсюда. И вот так вот сделался переплетчиком. И тогда понесли ко мне книги отовсюду, кому, только я говорю, баптисты, адвентисты. И это все деньги, уже деньги. А с производства там бывают ритуальные услуги. Ну, мешки привезли на автобусе-то. Ну, сразу договорился, какая цена. И я им переплел. Переплел как? Здесь есть трамвайное депо. Ну вот это дерматин называется, не лидерин, дерматин. Сиденье-то. А хулиганы сидят, режут, они их потом снимают. Я договорился, они мне отдают. И я вот этим дерматином, вот этот толстый, переплетал. А корочки-то надо, книги если толстые, то закладываешь деревоплиту. Вот деревоплита. А если книги очень толстые, то закладываешь туда и настоящую вот такую панеру. Ну как, старинные это книги, они там из телячьей кожи. Темного цвета так. Вот и все. Ну, это уже настоящее. У меня даже сейчас не знаю, есть или нет. Потеряю, такие есть книги. И вот такие я как переплел им. Во-первых, мне это даром досталось. Я меду принес. Они ко мне расположены, эти были работницы второй трамвайной депо. Ну, и все это помыл, почистил. Они говорят, у нас, говорят, эти книги как произведение Ленина стоят. Да еще напишешь номер один, номер два. Ну, и заплатили по полной программе. Я работал на 2-3 работах на производстве и так. Просто показываю, как. Я собак, кошек держал, никогда копейки не платил. Где-то познакомился, где-то мясо рубят, кому-то что-то дал немножко. И крошки собрал и накормил их. А то вот кошку одну держу. У меня 3 кошки.
попутно говорю. Поэтому вот этот сделать, чтобы как хорошо было-то. Но тут это уже другое дело. Вот это бронзовый вытащили мне. Это надо было все вытащить, убрать. Я его накаляю, щипцами беру. Вот сюда накладываю. Это в обратном порядке сделано. Вот он, точно сюда и вошел. Вот он, все. И здесь сверху в тисочки зажимаю. Горящий терцочками. И сверху положил что-то. Я неправильно делал. Вот здесь бил. И маленько повредил даже. Вот это зажимал и бил. Надо сверху положить было доску. И по ней бить. И она вот это отпечатается. Смотри, какая яркая. Это выдавленная. Да еще вот этой вот, когда полоски-то наведешь, вот. Но это дедерин. Не какая. Вот, пожалуйста. То есть, и как-то находятся люди. Вот за это вот, это такой труд сделан был. Я не знаю, я берегу ее. Она, видно же, пропаленная. Но я не платил ничего. Кто-то платил. Как-то так все это меня жалели. Ну и я в долгу не оставался. Переплетал книги им. Ну, как будто бы все. Если я что-то упустил, виноват, простите. Зададите вопрос. Я постараюсь сегодня это сделать и к утру выставить. Потому что уже просили. Ну а почему? Может быть и правда кому-то поможет. Во славу Божию. Никита, благодарю, что снимал. Володя помогал. Спаси Христос. Слава Христу. На, вот это убери. А туда вот это положи на...